Понял, надо генератор трахнуть, взорвать. А потом трахнуть уже. Ну, чтобы на части разлетелся, как собака. Дед Поняшка, да где вы, ваш Поняшек, господи, да что я там открыл вам? А, ну чуть-чуть смотрел, ну что? Мои рекомендации, ой, вот все мои запросы. Все, что это, все, что меня интересует. А садится он тут? Прощай, космонавт. Эй, а почему он включился-то? Кто это предложил? У него глаза. Ты живой? У него глазки это. Ему понравилось. Ну, что-то легкое задание-то. Эх ты, нет, не легкое. Кто подальше? Ну, подальше, я. А это подальше? Да, понятно. Товарищ домашних тапочек? Так, сейчас. Я ближе к Анне. Иди сюда, ближе ко мне. Да, говорят, можно. Да. Петрович, там я тоже ничего не чувствую. А, да, прикрою. О, хорошо. Ага, вот здесь вот чувствую. Ага, отлично. О, зашибись. Ага, пошло. Еще меня давай тут. Вот здесь. Нет, опять не чувствую, ё-моё. Да, кто же мне там это... Не пойми, какой из Петровичей. Ух ты как. Вот здесь чувствую, да. Ага. Ну, вот здесь мне нравится. Давай, вот так вот, ага. Ага, очень хорошо. Ой, прям нормально. Ага, спасибо большое. О, все. Ай, хорошо. Ну ладно, привет. Что-то происходит, мы трогаем деда. Ладно. Мешает что-то. Что? Ну ты себе наклеил что-то на лоб, поэтому мешает. А, точно, ёлки. Что это? Я думал, что такое случилось-то? Так. У нас я думал, игра сложнее стала. Давай. Держи. Держи, он тебя еще бьет. Мне такое не нравится. Он решил добренького отыгрывать. Давай, иди. Он решил отыгрывать добренького. Он тебя там закроет, я уже в такой ситуации был. Что делать? Да я точно тебе говорю. Ух ты, панда, куда ты? Зачем ты? Он. Нажимает. Деда? Какой деда? Это панда был. Это он специально сделал все. Специально умер просто, как, чтобы пыль в глаза опустить. Вот под предатель. Деда? Ну, предатель какой, а? Все ясно. С ним. Я сразу на него подумал. А хотел еще Аннушку бедную, она впервые играет. Мог бы объяснить сначала, как играть-то, ну. Нет, одного парня все равно нет, как я вижу, да? Че-то я попозже войду. Какого парня был? Ты еще? Кто был? А, вот он, все, я немножко не заметил его, извини. Я взял яйцо. И кинь в стену. Еще что сделать? Добавьте начинку, а потом хлеб. Еще хлеб. Так, нет, он сейчас мы зацепили, за него зацепили. Сейчас мы нормально это обследуем. Ну-ка, задом повернитесь, пожалуйста. Вот здесь, вот если вот, допустим, чувствую, вот тут есть точка определенная. Ага, раз. Ага, щекотно. Щекотно, так, это говорит угу. Довольно-таки... Ага, в уме он в своем еще нормально все.
Здесь, тут, да, все, поворачивайтесь. Ну-ка, на зрачочки посмотрим, на мои. Так, а язычок? Ага, а зачем я вынул, непонятно. Так, ясно. Тут смотрим, ага. Действительно, так. Ага, хорошо, ну-ка снизу, раз. Вот здесь неожиданно почему-то. Так, неплохо. Ну, с ним все в порядке же такое. Да, здоров, меняемый, думаете? Ну, вполне. That's all, folks. Ёпки.